глобально ничего не произошло. Проиграли матч, наверное, пропустили ненужные голы и начали период не очень хорошо. Было много нервозности, очень много играли в большинстве, не использовали свои моменты. Может быть, где-то мало бросали. Чего-то не хватало, может быть, упорства на пятаке какого-то. В целом, игра, можно сказать, под конец складывалась нормально, за исключением, наверное, вот этих двух ненужных удалений в конце игры, которые, наверное, подвели итог матча. Можно сказать, что фраза вот сегодня «не сбивай щит, сбивай тебе» оказалась актуальной? Ну, возможно, это, можно сказать, в каждой игре. Здесь ситуация, что, наверное, если есть какие-то 100% моменты, их надо реализовывать. Но все же, наверное, играть поаккуратнее на последних минутах, а не удаляться. В большинстве сегодня много не получалось. Почему еще? Не наиграны связки до конца? Ну, это только вторая игра. Я думаю, что впереди еще много работы. Я думаю, что мы наладим этот компонент. Где-то, может быть, есть недопонимание в пятерках. Много новых игроков, много сочетаний новых. Постоянно выходим с разными игроками. Я думаю, что через игры будет нормально все. Амур предельно активно начал матч. Ну вот это не обескуражило? Мы знали, что они побегут, потому что у них вроде, я так знаю, два поражения на старте, и им надо было брать очки. Мы, в принципе, готовились к такой игре, но я говорю, где-то нервозность, где-то может быть какая-то недооценка легкая и привела к такому результату. Для вас, для хоккеистов, комфортнее играть, когда игры идут через день, или вот такие вот паузы лучше? Наверное, все-таки через день лучше, в тонусе всегда, в игровом режиме легче играть.